Вот такой прекрасный, чудесный тортик к столу, к новогоднему празднику вы подадите вашим друзьям и гостям. Ваша семья будет рада, детки тоже. Приятного вам аппетита! Добрый день! Сегодня с вами будем готовить очень вкусный новогодний торт. Все этот торт любят. Это Шварцвальдеркирше или Черный лес, или Forêt Noire en français. По-французски. Как вы хотите, выбирайте имя. Это очень вкусный шоколадный торт с вишней. Приготовить любой может. Легко и просто. Начинаем готовить. Ваш стол новогодний украсит этот торт, и все будут его любить. И дети особенно. Это самый знаменитый немецкий торт в мире. Его все знают. И во Франции его любят, и в Германии его любят, и в Австрии его любят. Россия! Все страны мира его знают. Самый вкусный торт. Начинаем готовить. Смотрим, какие ингредиенты нам нужны. Два рецепта нам понадобится. Вишни, конечно, у меня вот такой, такие вишни. Вот баночка, у меня тут 680 грамм. Какао 50 грамм, 160 грамм муки, 150 грамм сахара. Две баночки, 30% сливок. Берите не меньше 30%, так как сливки не взобьются. У меня здесь 40 и 40, 80 сантилитров сливок. Маскарпоне один, баночка 250 грамм. Это чтобы сливки наши держались и не упали. 6 яиц. Левюр шемик, это разрыхлитель, пол пачки, 7 грамм. И сахар ванильный. Начинаем все готовить. Быстро, легко и просто. Баночка, у меня тут 680 грамм. Какао 50 грамм. 160 грамм муки. 150 грамм сахара. Две баночки 30% сливок. Берите не меньше 30%, так как сливки не взобьются. У меня здесь 40 и 40. 80 сантилитров сливок. Маскарпоне. Баночка 250 грамм. Это чтобы сливки наши держались и не упали. 6 яиц, разрыхлитель, пол пачки, 7 грамм и сахар ванильный. Начинаем все готовить. Быстро, легко и просто. Таких черешен можно готовить. Это в сиропе они уже. Очень карамелизованные и вкусненькие. Эти тоже можно приготовить с ними. Будет вкуснее и более праздничный ваш тортик будет. С этими, конечно, у всех есть эти вишенки в сиропе. В компоте, можно так сказать. Но эти в сиропе можно купить в любом супермаркете. У нас везде они продаются. И очень вкусно получается. Разбиваем наши белки и желтки. Делим яйца. Вот у нас такая специальная штучка. Белки падают, а желтки остаются. И все делим. Добавляем наши белки. Чуть-чуть соли. И будем взбивать все. Пока они не подымутся хорошо. Добавляем 50 грамм сахара и взбиваем дальше. Наши белки. Сейчас делаем. Положим наши яйца, желтки и 50 грамм сахара и все взбиваем. И наши желтки. Будем делать наше тесто. Берем нашу муку, просеиваем. Наш разрыхлитель. Просеиваем и какао. Все вместе просеиваем. Добавляем наш сахар ванильный. Наши белки, желтки и наше тесто. И все вместе смешиваем. Сразу желтки. Все перемешаем и потом понемногу будем добавлять наши белки. Все перемешиваем и добавляем наши белки понемножку. Не все сразу, чтобы тесто не упало. Вот. Две ложечки молока. Забыла сказать. Ну, чтобы тесто лучше перемешалось, вот так перемешиваем. И добавляем сейчас понемножку наши белки, уже те, что остались. По такой большой ложечке. И сверху вниз вот так их вводим. Чтобы тесто не упало, вы вот так переворачиваете снизу вверх и
добавляйте еще и еще, пока все не добавите, чтобы было пушистое тесто. Такое тесто у меня получилось. Сейчас все будем ложить в нашу формочку 22 сантиметра и промазываю маслом везде, чтобы не приклеился наш тортик, так сказать. И просыпаю мукой. Муки и вот так ее по краям распределяю. Все наше тесто в нашу формочку. Вот так все ставим в духовку. Все ставим в духовку 180 градусов 35-40 минут. Смотрим по вашей духовке. Берем зубочистку и проверяем, готовы или нет. Если приклеила что-то, значит не готовы. Подождем наши сливки. Все выливаем в наш миксер. Все это, конечно, можно сбить ручным миксером. Ну, у меня тесто все два. И наш сахар добавляем. И маскарпоне. Всю баночку. Так сливки не упадут. И добавляем наш сахар. И все поднимаем. Или наши сливки, чтобы хорошо держались. И будем делать наш вкусный торт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось. Надеюсь, да. Жду ваших лайки. Это поможет каналу продвигаться. Такой у нас бисквит спекся. Сейчас он остынет, я его буду открывать и делать вкусный крем и вишенки вставлять туда. Наш бисквит ножом, зубчиками и разрезаем на три части. Ему вот шапочку. Крутим его чуть-чуть, чтобы легче разрезать. И снимаем. Вот такой внутри бисквитик получается. Еще разделяем. Вот так режем и крутим. И все у нас будет три части. И будем пропитывать нашим сиропом с вишенкой. Вот такие три части у меня получилось. Я слила сироп. И этим сиропом буду наш бисквит вот так промакивать, чтобы он был влажный и вкусненький потом. Делаем все так со всеми тремя бисквитами. Вот так, вот так, вот так. Наш крем половину я наполняю в такой рукав, с такой вот звездочкой. И половину будем намазывать на наш тортик. А это сверху украшать, делать такие украшения, как бы звездочки. Посмотрим, что получится. Люблю украшенный торт. Всегда это более празднично и красиво. С этим такой звездочки. Можно выбрать все, что у вас есть. Делайте по мере возможности, что какие украшения у вас есть. Я наполню весь вот так. Сейчас это я подожду. А этим буду уже начинать украшивать. Ложим наши сливки взбитые с маскарпоне. Очень воздушный и вкусный крем. Размазываем все вот так. И ложим наши вишенки. Украшаем, чтобы было везде. И вкусно. Они уже без косточек. Так что все будет вкусненько. Так, накрываем вторым. Я его уже сверху, снизу промазала. Сейчас сверху я тоже пропитаю. И буду укрывать кремом тоже. Вот так все пропитываем, чтобы был мягкий-мягкий наш тортик. Так же само повторяем все этажи. Сверху сливки, вишенки. И все-все будем украшать. Сверху укрываем третьим нашим бисквитиком. Ложим весь наш крем. Вот так его размазываем сверху. И весь вот тут бортик будем его
закрывать нашим кремом, чтобы был красивый тортик. Все вот бортики смазываю кремом. Закрываю все вот так. Еще тут чуть-чуть. Берем наш крем так и делаем наши звездочки. Украшаем все сейчас нашими вишенками. Черный шоколад, я забыла сказать, и стружим вот так, такой штучкой, и чуть-чуть украшиваем шоколадом наш черный лес. Посыпаем такой стружкой. Видите, как посыпается? Вот так. И везде вот так досыпаем чуть-чуть этой стружкой снег. Зимний шоколадный снег. Вот такое у нас чудо получается. Видите? Вкусно и красиво. Ваш праздничный торт на Новый год. Как говорит мой муж, это недорого, стоит. Ингредиенты дешевые, легко готовится, вкусный и домашний. И тяжелый, а? Вам хватит на всех ваших гостей. Торт стоит 25 евро купить в магазинах, или может даже больше. Смотрите, такая красота. Украшивайте ваши тортики. Поближе вот вам поднесу. Я обожаю этот тортик, он получается очень вкусный, сочный. Много крема, как я люблю, и с вишенками. Вот, надеюсь, вам этот тортик понравится. Приятного вам аппетита! И всегда хорошо сделать дома, так как вы знаете, какие ингредиенты вы положили. Свежие сливки, вкусный бисквитик и легко и просто. Берем наш тортик, сейчас нарезаем, мягенький, смотрите, как ножик хорошо входит. И вот так достаем наш кусочек вкусного тортика. Вот так. Приятного вам аппетита. И вот такой в разрезе мой тортик. Приятного вам аппетита и до скорой встречи на моем канале. До свидания!